Так. Полное видео, как все это делать, накрылось. Поэтому показываю уже результат. Рецепт напишу под видео. Это взбитая сметана с сахаром. Это эклерчики. Обмакиваем. Эклеры вкусные и сами по себе. Но они совершенно не сладкие. Справится даже ребенок. Да. О, какой большой. Это мне. Конечно. Кто бы сомневался. Во. И на балкон вынесем. Пусть подмерзнут чуть-чуть. А я думала, ты их можешь натакать. Ну, нет. Дальше я начну. Уже все готово. Вообще-то я как басы порезала, как я написала. Сметана брала 20%, ну конечно, потому что 25% не нашли. На 2 стакана сметаны берется 1,5 стакана сахара. Крем вкусный-вкусный. Кисло-сладкий. Я кисленько люблю. Угу. Знаете, что-то не хватает. Когда человек что-то любит, там кисленько, солененько, значит, что-то не хватает. Витаминов. Ой-ой-ой-ой. Все, рецепт под видео. Мы закончили. Подписывайтесь на канал. Да, подписывайтесь. Угу. И ставьте лайки. Пока.